Маршрут 1040 существует уже несколько лет. Ранее автобус следовал из Видного через МКАД по Калужскому шоссе, поселок Газопровод в Ватутинке. Но по просьбам жителей решено было изменить маршрут. И вот 6 июля автобус номер 1040 делает заезд в поселок Измайлово. Были просьбы населения о том, что у нас поселок Измайлово никак не охвачен транспортом. Именно тем транспортом, который ходит на Видное из Видного. И дальше уже в Москву. Поэтому, идя навстречу и гражданам, и в первую очередь администрации, координированно приняли это решение и направили соответствующие документы сначала в Мострансавто, в наше головное предприятие, и затем уже в Министерство транспорта Московской области, так как согласование необходимо Министерству транспорта Московской области. В связи с изменением маршрута изменилось и расписание. В Измайлово автобус будет приезжать несколько раз в день. 4 рейса в 6 часов утра. Это поток пассажиров у нас идет основной. Потом в 9 часов, в 13.05 и в 15.48. Владимир Шемигон трудится в Видновском ПТП уже около 4 лет и часто работает именно на маршруте 1040-м. В последнее время, говорит он, нередко слышит благодарность за то, что теперь на автобусе можно добраться из Видного в Измайлово. Там дома садятся, здесь в городе встали и также обратно возвращаются. То есть удобно? Для них – да. Для блага людей работаем. Автобусное предприятие работает для людей, для их удобства. И этот маленький, казалось бы, нюанс в виде изменения маршрута сделает чью-то жизнь комфортнее. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.